Леди и джентльмены, я вас приветствую, с вами вновь Sony, мы гоняем в ZSG, что бишь игрушку The Crew на PS4. Есть очень хорошие новости. Слушай, подруга, Харе там вот это вот рассказывает там сказочки, каждый раз, когда я захожу, да это уже она обещает, собственно, как и я. Ладно, что я хотел сказать, короче, есть хорошие новости. В данный момент я направляюсь, братиш, уйди, вот серьезно, вот просто, вот уйди. Короче, мы сейчас едем прямиком на гоночку. Вон сверху уже появилась сопля, которая нас ведет. Да ты меня, блядь, затрахал уже, ёб твою мать. Ездо целомамина. Так вот, куда мы едем? Мы едем на бездорожье. Я уже начинаю дракониться, и меня подбешивает этот товарищ откровенно. Надо бы от него это самое подсорваться, что ли. Как-то вид менять. Да, блин, поменял вид, шикарно. Не хочешь создать команду? Да иди ты в пень. Друзья, вон у нас какие-то малоадекватные. Так, вот, все, теперь... Кочегарим, ёпта, чё мы вот это вот тут тупим, что, блин, мне игра орала, теперь её нифига не слышно, что мы сделаем. Мерзкий ублюдок, сделаем погромче. У меня только один вопрос, ты пац или да? Это нам не интересно в данный момент. Так, воу, чуваки, разбегаемся. Проблема в том, что этого, блин, дебилоида, блин, я не знаю, как ещё этого человека назвать. Неважно, подписчик ты или кто, ты просто дебил, вот самый настоящий. А, тачка быстрее, чем моя, но... Ладно, тулим, да, отлично, сопля появилась, а то я уже начал переживать, куда она там-то делась. Что-то его не видать-то. Ладно, хрен с ним. А, бустим, опа, а это что? Раритет где-то есть? Раритет, блин, по ночам не буду я тут рыться особо, лазить. Поэтому едем прямиком на гонку. Где там этот нитро? Шикардос. 26 километров, нифига себе, да. Короче, ребят, я сейчас в Нью-Йорке нахожусь, и вот прямиком с Нью-Йорка мы едем уже... На гоночку, наконец-то поместим болото, заценим Гранд Чироки, который мы купили в предыдущем видео, но как-то так вот не довелось на нем покататься. Ёпки, как темно-то. Просто жесть. Конечно, ночи в The Crew злые, как минимум. А, где у нас? Поменяем яркость, что ли? Ни хрена не вижу сейчас. Так, что мы тут видим? Впереди у нас будет небольшой челлендж на... Ёпки, путаю кнопки. На точность. Ну давай, бустим, полетели, понеслась, как говорится. О, тут еще и на поворотиках, тут забавненько так будет сейчас прокатиться. Ну-ка, давай попробуем голду взять. Если, конечно, сейчас этот чувак меня не догонит. И оп! Все не попортит. Нормально. Справляемся пока что. Слушайте, прям миллиметра. Жесть, ёпта! Прям жесть. Они, конечно, блин, бывает, задал бы вот эти челленджи, но с другой стороны, не очень прикольно. Это моя голда едет. О, блин, я пропустил одну. Все, голда моя, кажись, попрощалась. Серебришка, нитро нет. А! Профукал серебро, к сожалению. Блин, сложно на самом деле. Но в то же время круто, когда сложно, оно интересно. А как минимум... Так, что-то у нас тут... Климат-контрол, включили. Так, не-не-не, давай установить плюс 9. А чё у меня тачка 192, я чё-то не понял. А, Мустанг же был у нас пободрее, или он сейчас типа внедорожный? А у меня внедорожный в данный момент. Да на кой хрен? А, чё б нам сразу тогда не перепрыгнуть на тот самый Гранд Чироки? Чё я вот это вот парюсь-то? Шикардос. Меняем тачку, тогда мобильный гараж. У нас тут уже есть всякое разное, всякое прикольное. Так, и вот Гранд Чироки Ассорти. Ассорти. Поехали на Ассорти катнем. Ну давайте немножечко раскочегарим этот американский V8, по идее, да, у Гранд Чироки. Я так думаю, а там ХЗ. Мы добрый день! На самом деле, я отвлекся буквально на секунду и въехал копом прям в срачи. Но тут одинокий коп у нас нарисовался. Воу, Вась! Упс. Здорово, блин, машину нихера не слышно. Чё-то у него какой-то звук такой. Вроде бы V8 под капотом. Наверное. А может быть и не, но это СРТ, тут должен быть V8, я хз. Так, парень, уйди от меня, ёптить, а копы чё, тут злые? Ты... И нафиг. Нет, по-моему, они не очень злые, они просто тупо... А куда мне ехать, собственно говоря? Прекрасно. Я нашел копов, и теперь не знаю, куда мне, собственно говоря, ехать. Ладно, теперь мне надо от них куда-то уехать. Да все нормально. Только вот деревья, блин, такие вот гребаные. Экипаж попал в аварию, какая беда. Слушайте, он от меня никак не отвяжется, ублюдок. Что мы едем как-то не очень так уверенно, хочу сказать, по... Шикарно. Плохо. Шо? Что происходит? Что это за таймер такой был? Типа вот-вот... Пытались взять, ёптить, копы, отвяжитесь. Не, ну вас реально злыми сделали. Ну, позлее, чем вы были, по крайней мере. Мне бы, блин, маршрутик какой-то бы. Ручник-то не пашет. Опа-на, потонули. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Да ну ёп вашу, да ну как. Охрененно, ладно, еще и заловили. Награда, чё, за что награда, собственно, поражение.
То есть вы поняли, меня копы заловили, и за это мне еще и, по-моему, запошляли денег, или я что-то не понял, хз. Ладно, я надеюсь, маршрут у меня сейчас появится, мы возвращаемся на дорогу. Чё-то Гранд Чероки ни хера, блин, не мог зарешать, уехать от этих копов. Чё-то он ни хрена не едет на самом-то деле, хотя он вроде бы у нас там в каком-то тюнинге под, типа, 10 уровень. Насколько я понял, ну, дно, что тут еще добавить? Где маршрут, бля? Внимание всем, нам сообщают о подозрительной машине в вашем районе, будьте начеку. Идите нахер, маршрут дайте мне, ублюдки вы мерзкие, блин, где там эта карта, блин? What the fuck? Поставил маршрут, и он вдруг решил исчезнуть, и в итоге я еще не туда ехал, скажи. Потрясненько, хорошо, новый маршрут, и мы дуем дальше. Да, да, зезгеш, да, это было сильно. На разворот, ну-ка. Кочегарим, давай. Вот что мне в этой игре не хватает, немножко больше обзора с салона, как-то бы чуть камеру подальше, а то как-то, блин, парафицки немного, но то такое, терпимо, как говорится. Вот такая вот тарантасина, новёхонький Гранд Чероки, великий широкий. Хорошая машина, на самом деле, я не понимаю, почему ее некоторые люди не любят, что-то слышал как, какие-то срачи, я не знаю, у автообзорщиков, как-то краем глаза видел, как-то хрен знает, что там происходит, но, как по мне, автомобиль очень даже ничего такой, джипчик этот. И очередной челлендж, снова на точность. А у меня что, нитро нет? А у меня нитро нет, вы поняли? Ну сейчас, блин, чтоб я на Чероки еще. Обязательно, это такой маневренный автомобиль. Просто потрясающий, на котором, блин, дай бог бронзу взять. Я уж не говорю о чем-то большем. Ну давай, родимый. Золотая медаль нас еще не догнала, серьезно? Как это возможно вообще? Вообще не понимаю, наш с хрустом. Переключился, оп! Пана! И... Хоть бронзу, шикарно, хоть бронзу я и взял. Так вот где этот призрак был, я его не видел. Ну ладно, сейчас мы немножечко тюнингнем Гранд Чероки, но на нем голду было взять просто нереально. Он ни хера не маневренный, никакого держака нет. Так, а чё? Наклейка? Чем мне наклейки? Мне лучше комплектующих бы дали бы. Ну ладно, спасибо и на том, как говорится. Опачки, а тут чё у нас? Трамплин? Или пьяная дороженька? Ну поехали. А, блин, это как раз наша тема. Это как раз для Гранд Чероки, между прочим. По бездорожью понаваливать. Только я пропустил, блин, парочку очень даже зря. Ох, ну охренительно. Шикардос. А тут подсбавим, пожалуй. Валим. Тихо. Пихаем передатчику, давай не тупим. Так, бронзочка есть, шикардос. Давай голду. Надо голду. Воу, тачка. Очень не в тему тут. Нарисовалась. Родимый, ну давай ехай, не едет нихера. Серьезно. Ну, отлично, наконец-то. Четвертую пихаю и серебро. Че там, 9 секунд. Столбы. Профукал. Блин! Вот я и профукал голду. Вот одна ошибка и все. Это жестко на самом деле. Или. Да-да-да-да! Да ну! Капец! Ну капец, серьезно. Да едь ты уже ровно. Говна. Че там? Да на кой хрен мне эти цвета? Мне комплектующие надо. Корыто не едет, ёпта. Американ Тас, который что-то, блин, как-то очень. И даже нитро нет. Он вроде бы с тюнингом, но нитро нет. Ладно, херачим. Так, и мы уже почти что приехали. Давайте, у нас что-то сплошные происшествия. Копы нагнули, подписчик, блин, залюбил. Чтоб он был заливей, это не подписчик. Ну, я-то явно был подписчик, потому что, блин, что бы до какого-то первого встречного бы вот это вот замахивался бы. Ой. Все, что было на карте комиссии. Это, господа, товарищи хорошие, вы, видимо, скидываетесь мне на этот самый... На VR, а чё происходит? На VR-чик, короче, за что вам, ребят, спасибо? Серьезно? То есть маршрут мне предлагает сюда съездить? В эти дебри? Не, серьезно. Ну, допустим. Допустим, я вот возьму и под... Это GPS, вы поняли? Навигатор. Который нас шлет. Вот так вот в деревья попихаться. Машина не управляется ни хера. Твои друзья в сети. Может, они хотят присоединиться. Слушай, а ты, может, свою варежку закроешь уже? Ну, утомило, ну, серьезно, блин. Как будто пластинку заел. Так, а да, тут таки сюда надо ехать, вон, вижу. Давай, Гранд Чероки, ты сейчас будешь еще ехать что-то, а то, что ты, блин, какой-то немножко печальный пока что, я не знаю, на фоне того же Мустанга, что-то не едет, не ехает. И, ну, как бы должен, тих. Оп, почти настоящий оффроуд. А что траектория красная стала? Какая-то адская такая, сатанинская. Типа мы почти приехали, или что бы это значило? Так, можно подрезать, чтоб не подрезать. Так, ну шикарно. Мы прибыли в пункт назначения.
не остановишься, как обычно, впрочем, ничего нового. Вечно машина с рулем, когда наезжает на это говно, не хочет останавливаться. Не знаю, с чем это было бы связано. Так, мы едем в одиночку. Что тут предлагают-то нам? Нам, походу, предлагают потупить на загрузку. Она уже, наверное, минуту происходит. Серьезно? А, понятно. Я-то думал, уже случилось. Нет. Слушайте, я не знаю, пойду пока что ли проверю, там друзей подобавляю, потому что это какой-то трешак на самом-то деле, просто капец. Кстати, кто хочет кататься с нами на стримчиках там, или вообще бывает на PS4 катают, добавляйтесь, шо ли, вот, вон, корни, мы добавляем, все вот это вот. Всех вроде бы приняли, шикарно. Ну, давай, она все еще грузит, понятно. По-моему, с мыловарней что-то пошло не так. Мыловарня Station 4. Понятно. Хорошая консоль, говорят. Ну, на самом деле, консоль-то хорошая. Хорошая корпорация сделала, закрыл. Что? Ничего, аллилуйя. Я тут отдыхаю на даче на севере штата. Короче, тоска смертная. Устроим небольшой загородный заезд для поднятия настроения. Давай загородный заезд. Я должен тебя развлекать? Сможешь неплохо подзаработать. С этого надо было начинать. Это разговор. Ну давай, понеслась. Скажи мне, что можно выжать из этой тачки? А чё я на мустанге? Я хотел на широком. Ладно, пусть будет мустанг. Мустанг хотя бы с нетрухой, по-моему. А широкий, чё, блин. Ну серьезно, ну почему я на мустанге? Ладно, погнали. Ещё и старт с места. Внедорожный мустанг, мать вашу. Так что не подведи. Я уж постараюсь. Ты догони сначала меня. Хотя, может быть, я зря дерзюсь. Вот, тут можно подрезать. Чё там у нас? Мини-купер лидирует, да? Быстрый, да? Давай свою. Под капот вот раздупляй. Чё-то меня, блин, унесло так нормально. Тихо. Господа, не нервничай, не нервничай. Изи. Воу. Слышь, пробивается он тут. Спокойнее. Да ты чё творишь, блин, нелюдь? Уйди от меня. Вот это я понимаю внедорожник, блин. Почему в Чироке не завезли закись азота? Это вопрос остается открытый, этот вопрос. Бочком, нормально. Тем временем, блин, этот сраный мини-купер что-то все равно нормально так едет на самом-то деле. Поэтому надо с ним что-то делать и что-то кочегарить. Да ладно тебе, блин. Что это было, я не знаю, шестая передача вообще никакую не пихалась. Коробка. В отличном состоянии, говорят. Ну как штыривает там. Вась, спокойно, иди в пень. Ты меня нервировать начинаешь уже. Тихо. Выравниваемся здесь. Ну? Слушайте, прям гонка, и это круто на самом-то деле. Мини-купер что-то едет. Давай-ка в горочку. Че, мустанг не едет? Да ну это чёрт, блин, чтоб мини-купер вздрючил мустанга. Давай, вытаскивай, нетрошечка. И еще чуть подожжем. Едем, что, на последний круг сейчас? Пятый передач. Ну? Здоров, мини! Я тут тебя чуть-чуть, это, приехал любить. Не-не, братан, извини. Хороший соперник, блин. Первый раз прям за прохождение The Crew на PS4 какой-то чувак начал что-то ехать. Пытаться, по крайней мере. Не, он таки едет, он меня догоняет, я его слышу. Где он-то? Он вон на хвосте буквально. Так, еще парочка поворотов. Никаких боком, сейчас вообще не тема. Не тема, не время в плане. О, что это там бегает? Олень какой-то. Пусть с ним, ёпта. Давай, раздупляемся совсем чуть-чуть. Вон он там. Ориентир. Финиш уже. Где близко. Там финиш? До упора, давай, родимый. Ю-ху! Огонь. Победа. Пацанчики, алло. Вы ж вроде бы там что-то тягались там, я не знаю. Не видать что-то никого. Так, задание выполнено. Шикарно. 17 уровень тоже шикарно. Допустим, на голду проехал. Приколи, вот это вот реально хорошо. Вот это вот хорошо. И еще и тюнячик нормально наступили. 206 уровень. Так, по чуть-чуть. Но все же я не понял, какого. Хотя на самом деле на Гранд Чироке я бы тут заглотнул бы всего скорее, потому что без нетрухи не вывезти. Я придумал и решил поставить на тебя.
Собирался поставить на другого? Отлично. Я же сказал, что передумал. Чему Мустанг? Дайте Алекс, мне... хочу попросить тебя об одолжении. Похоже, я нашла лучшего водителя полиции. Да что ты говоришь? Так ли она хороша? Будто я впервые попробуй это слышу. Попробуй забрать нелегальный груз с указанной точки. Никогда не откажусь от возможности что это за машина? Понятно, да. Вот тут уже за меня закрыли. Решай, что мне делать. Так, дело Гарри. Он какой-то. Гранд Чероки вполне себе подходит. Награды, отборные трофеи. Ну, отлично, поехали мы туда. Коль такие именины, на следующий заездик. По карабасику на разворотик и, блин, нитро. Алло, широкий, ой. Но мы сегодня хоть покатаемся на тебе, надеюсь, кроме того, что мы с пункта А в пункт Б передвигаемся на этой тачке. Ну, смотрите, она не едет, ну реально. Хотя нет, что-то вроде бы пытается валить. Опа-на, что тут у нас? Че это было? Ладно, неважно. Так, нам сюда, кажется. А че бы этот парился? Я на внедорожнике или что? Воу-воу-воу, тихо. Нормальный такой даунхилл. Прыжочек. Смотри, твои друзья в игре. Не хочешь да создать команду? Ты. 6 км пути, хорошо. И либо мне кажется, либо сейчас за поворотом будет какой-то челлендж. Что это там за молния-то? Во-во-во-во. А, это на разгон? Ну, конечно же, обязательно. Нитро-то у меня нет, нифига. А, траектория, хорошо. Ну, только вот, Чероки, пожалуйста, ехай. Серьезно, едь. Давай, 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 давай. Вот только начинает сужаться, вон там сзади голдишка. Держись, да. Держись. До меня дошли слухи о каких-то новых соревнованиях на экзотических тачках. Слушай, ты затрахала, ну реально. Если поезжай в отмеченное на карте место и вступай. Реально затрахала. Я тут весь в мыслях, блин, на дороге, и тут одно и то же вещает. Тихо. Неужели ошибка и все? О, голда, отлично. Шикарно. Огонь. Сейчас давайте нам каких-то теперь тюнячек на тачку, потому что мы заслужили. Вот, отлично, наконец-то тюнячки, потому что широкий, блин, я не знаю. Надо что-то с ним сделать, кстати, в плане... Где не труха? Плюс 15. Это разговор. Отлично. Да. Установи. А где там этот самый мобильный тюнинг? Тут, кажется, имеется. Есть такая The Ditch. Мобильный тюнинг-мастер. Мне нужна закись азота. Почему у меня ее... Что-то хера не мог тыкать. Новых деталей нет. Значит, нас мобильная эта дичь нифига не... Собственно, мы еще и не туда поехали. Ну, отлично, хорошо. Поехали на разворот тогда. Слушай, ну вот вроде бы плюс 15, а вот чувствуется. Он так, мне кажется, чуть пободрее стал. Нитрушку надо поставить, и будет вообще топ-тачка на самом деле. 29 километров теперь пути у нас. Хорошо, разогнались. Так, что-то тут едет. А, это этот Мустанг? Ты ли это, блин? Сумасшедший. Если он до меня домахается, я просто свалю куда-нибудь в лес. Ну его в срах. Вот это вот называется. Спасаемся от подписчиков. Ай, пусть догонит, блин. Хотя что догонять-то, машина днищенская, 200 уровень. Нехер что догонять, в принципе. Так, вот опять этот челлендж, но только он нам, походу, не по пути. Да? Да. Ну и он у меня пройденный, смысл, мы его проезжаем. Так, тут. Упс, простите, карабасик. Давай, не выпендривайся, включай передачу и погнали. Так, а здесь сейчас будет опять какой-то челлендж, я смотрю, но, судя по всему, он тоже пройденный, насколько я понимаю. А чё б нам вот так вот, сюда так. Вторую не пихануть и прям в дерево. Я ж красавчик. Прям в дерево. Тем не менее, сократил. За мной чувак, он пытается угнаться, что-то у него не очень-то пока получается. А чё бы тут не подрезать, не подсократить? Прям в дерево опять. Ну как, без этого ж вообще никак. Тихо. Опа-па-па. До колеса. Шикарно. И прямо. Давай, родимый. Воу-воу. Вот этого вот я не ожидал. Вот это вот подляна какая-то. Пихаем заднюю. Но у нас полный привод. Нам насрать. Реклама, блин, проходимости джипа. Выгребаем тут. Шикарно. Пустим. Челлендж я проехал, к сожалению. Ну и ладно. Так, это вон что прямо? Не красный ли часом Мустанг? Не? Не. Лады. О, на скорость. Шикарно. Или это траектория тоже. Траектория. Давай. Можно опять голду вывести. Давай, вытаскивай. Вывозим. Кочегарим. Ёпта, сейчас будет полет жирный. Полет! Ю! Огонь. Так, а тут надо будет притормозить. Нам не по пути, мать твою. С этим дерьмом. Ладно, я проедусь уже. Хоть такие именины. Так, есть серебро. И 4, 3, 2. Голда. На разворот. Братанчик, прости. Плюс чё?
Бронзовая комплектуха, типа движок, плюс 7 эффект. Ну давай, ставим. Огонь. Так, по чуть-чуть тачки и допиливаются. Взыкрю. Скоро точно так же тачки будут допиливаться еще в Need for Speed чехли назад. Так, нам, кажется, туда. Че, опять поменялся этот самый маршрут? Чего происходит, собственно? Я вот что-то не уверен, что мы едем туда, куда надо. Я, пожалуй, удостоверюсь, потому что... Куда он меня ведет-то? Ну, ёб твою мать, ну тупая ты пиздякина. Ну, блин, я ехал на бездорожье, на гонку, блин, а не на вот этот вот саббит твой. Как будто игра Зикрю понимает лучше меня, куда мне надо ехать. Чё за коллега Фрэнса, чё за кретинизм? Мало того, что эта курица меня зомбирует, блин. Эй, Алекс, блин. Там сами, там супергонки, блин. Да иди ты нахер, блин, как будто я не знаю об этом. 9 километров, хотя бы поменялся этот самый. Точно поменялся? Воу, воу. Ещё донат прилетел. Спасибо, спасибо, ребят. Привет, Сенчик. Вот тебе на ВР. Классный у тебя канал, недавно подписался. Видео спасибо. Супер. Здоровья ребеночку Лялине. Продолжай в том же духе, буду и дальше с удовольствием смотреть твой кошерный канал. Особенно нравится еще видео с кухней. Спасибо большое. Этот неловкий момент, когда донаты попадают в видео. Ну на самом деле, блин, я что-то завтыкал. Появились удалить новые гонщики, возможно, эту ссылку. Ну да ладно, это раз пятилетку происходит, не мешает вроде бы. Так, что там у нас там сюда? Взрываемся. Шикарно. Я прям начинаю распробовать джип. Мне даже начинает он нравиться что-то. Тихо, тихо, тихо. Ох, ни хрена, ни хрен никакого отбойника. Но у меня все равно, вот я еду, и меня не покидает ощущение, что я тупо еду не туда. Нет, я еду туда, все нормально, но странно. Ладно. Все-таки я был неправ. Наговариваю на игру. Ладно, тулим. А че, опять с места? Я думал, мы продолжим наш полет. Ну да ладно. Давайте нам еще по пути один другой челлендж. Это будет просто потрясно. Привет тебе, товарищ, на доджике. Тот неловкий момент, когда хочешь попасть в запись видосика, а сверху над ником загрузка. Ха-ха, Зикрю не хочет, братан, чтоб было видно, кто ты. Кто ты есть. Тяжело даются горки, я смотрю, этой машине, блин. О, нифига себе, прямо со свистом. С визгом шин проходят эти перепады высот. Но вот горочки, чёт, чероки вообще нифига не есть. О, сейчас что-то будет, я вижу челлендж. Потрясно. На точность. Вот, вот это вот забавно будет, ладно, ну давай. На точность, на чероки я очень сомневаюсь, что получится на голду взять, но я хотя бы попытаюсь. Давай, тулим, ёпти. Тут же что, такая траектория специально, блин. Как это? Да как так, блин? Не взял, да ну нафиг. Держись, тут еще и сужается. У меня машина, ну такая худенькая, что офигеть. Стройняшка, стройняшка. Блин. Минус 2 это уже не золото, к сожалению, я так думал. Да ну на, ну как так, как, блин? Это даже не серебро, это, блин, тупо, наверное, бронза. Бронза. Жесть, не, ну на этой тачке это просто эти боссы. Вот как раз на такие случаи очень хорошо должен подходить мини-купер. Когда он маленький, маневренный такой, и никаких проблем. Вот, чувак на Мерседесе тут что дает? Плюс 2. Здравствуй, байкер, привет, хруст. Установить. Давай, почему бы и нет? Почему бы не сделать нашу тачку чуть лучше, чуть быстрее? Ускоряемся, так вот это вот очень долго все происходит. Давай, турин. С ветерком. Тут я смотрю, уже кодла, а где кодла делась? Исчезли. То был хруст, был мерс. И теперь никого. Ну да ладно. Едем себе спокойненько. Че бы я вот это парился? Я тут подсокращу нормально так. Вау! Полет! Дерево! На! Воу! Да она не рулится нифига, че ее так таскает? Вроде бы джип, а вот шот, блин, с внедорожными способностями у него не алё как-то вот так вот получается. Так, че, приехали, считай, да? Че там, 400 метров? На огонь! Сейчас будет на следующая гонка. Я так понимаю, то, что этот автомобиль нам подходит, но я, правда, не знаю, как я на нем буду тащить без закиси азота, но... Я попробую. Эй, Алекс, с Гарри что-то творится. Он что, опять к тебе пристает? Нет, он сказал, что ему нужно забрать что-то из мастерской, но его машины там нет. Постой, ты что, следишь за ним? Эту операцию нельзя выпускать из-под контроля. Кроме того, он должен уйти денег. Кто знает, что у него на уме. Прям мама, ты с ума сошла? Наверняка просто отлучился по делам. Всего-то. Может быть, а может и нет. Я должна знать точно. Я уже говорила, в мастерской его нет. А я говорил, что да знаю, стоп. Гарри всю свою жизнь. Он заменил мне отца, и он на нашей стороне. Значит, ему нет чего лгать. Связь что-то глючит. Не прыгай особо, а то потеряешь координаты GPS. Ну давай, найди, погнали. Гарри, пока он не уехал. Так, а тут что, именно по ориентирам надо? А, по ориентирам. Я-то думал, сейчас поеду, сокращу. Ага, тот случай. Не фигулечки. Пихаем, пихаем, джип. Давай, пари.
Ну-ка, едь давай, в ориентир, блин. Это как-то было печально. 4 километра нам нужно сейчас так нормально поднавалить. Вот я бы сейчас ручника сюда, вот нет его под рукой. Я даже хз на какую-нибудь кнопку. Здесь, честно говоря. Йоу, нормально, полет. Так, что там, скотина какая-то бегает. Да блин, что-то с коробкой здесь у нас беда какая-то. Вечно передачи не пихаются. Хрусь. Ну, сейчас я решил поносилась Гранд Чероки, что бы и нет. А не скидывая газа, переключаться. Это нормально вполне себе. Не жалко нам это. Ведерко американское. А, сейчас даже нормально справилась. Ни хрена не видно, блин. Так вообще, как будто наш Алекс какой-то, я не знаю, гном, что ли. Давай, 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 нафиг заборы. Понастроили здесь. А вот здесь теперь можно и подсократить. Нет? Чего бы я вот это вот опарился? Ехай нафиг. Внедорожник или чего? Да давай ты, блин. Отлично. Что-то не продумано в Зефире, то что все-таки можно делать сокращение. А вот здесь нет смысла. Здесь лучше по дороге валить, мне что кажется. Странно у меня такое ощущение, но... Так вот и поеду. Ну давай. Ёпта. Тихо. О, прикольненький какой мостик. Хрусь. Скотины-то сколько бегает. Волыну бы, поохотиться можно было бы по пути. Так, менее километра осталось. Ну, блин, изи-катка на самом деле. А, это типа на время. У меня 20 сек осталось. А может и не изи-катка. 600 метров 15 секунд. Ёпки. Чего? А, 25 секунд, понятно, время увеличивается. Воу-воу, я сбил скотину, кажется, какую-то. Очень что-то похоже. И 17 секунд у нас осталось. Чего дают? Нормальная штачка, да? Ну реально нормально. Вполне себе. Вот такой вот какой-то капот стрёмный у него на самом деле. Ну пойдет, короче. Для сельской местности пойдет поместить говнецу. О! Скоро 20 уровень. На 20 уровне новые тюнячки. Можно будет этот самый Гранд Широкий сделать еще производительнее. Причем ощутимо производительнее. На самом-то деле. Ну вот до бронзу. Да, тачка просто на больше, ну, не тащит на самом-то деле. Держака мало, едет мало, но я думаю, то, что у нее все впереди. Ну и чего? Поймаем сейчас по личным. Ну что там? Как я и говорил, ничего. У него есть подружка. Как дела? Знаешь что, с меня хватит. Троллинг какой-то самый настоящий. На какой хрен мы сюда ехали, спрашивается. Вообще непонятно. Че, все, проехали? Ну вот, как-то так, господа. Наконец-то у нас появилось внедорожье. После внедорожья мы его повесим, там, я еще не знаю, серийку другую. Появятся суперкары. А на суперкарах, как вы помните, у нас есть Nissan Fairlane Z-очка. Очень даже кошерненькая, мы ее еще добили, она будет еще и наваливать так нормально. Вот, так что об этом всем вы узнаете в каких-нибудь следующих видосиках, что ли. А че мне не поехать сейчас, коль тут рядом аж желтеньким, так это самое, не забрать. Вон он там, коптит. Хот-рот, ёптить. Надо будет потом донайти все. Одна из 20, серьезно? Секретная машина, можно задолбаться, если честно, искать вот запчасти на этот хот-рот. Давай, выгребаем. Простите, мусье. Подвинули малость. Ай. Ладно, господа, на этом буду с вами прощаться. Ставь лайк, если видео понравилось. Да ёпти, это что ж ты будешь делать-то, блин, сплошная вот эта вот дичь какая-то происходит. Скоро будет новое видео, продолжение у нас по ZSG. С вами был Соня. Огромное вам всем спасибо за просмотр. До скорой встречи и всем пока, ребят.